Начинаем первую встречу в этом сезоне дискуссионного клуба по традиционной народной культуре «Русло». Сегодня у нас в гостях создатели клуба традиционной игры «Балалайка», который учит всех играть, желающих на балалайке, всяким тонкостям, Максим Митренко и Николай Телегин. Это друзья детства, которые начинали еще 30 лет назад, наверное, это было в Ветке, в студии «Ветка», заниматься фольклором, ездили в экспедиции, бузой занимались. Ну, в общем, причастные к традиции. Вот Максим в «Ромаде» поет, и сейчас вот они вам расскажут о балалайке. Называется «Ритмы России». Спасибо. Наверное, нужно начать. Это оно вообще звучит, нет? А как он не работает? Мне кажется, он не работает. Нет, ну, нажми наверх, он работает поближе. Да? Вот, вот, так лучше. Наверное, стоит там коротенько рассказать об истории. Начнем с истории клуба. Клуб традиционной игры на балалайке. Мы с Николаем, ну, в силу
жизненных обстоятельств, там по жизни сначала потерялись. Не виделись мы лет, наверное, 15. Вот. Действительно, мы 30 лет назад занимались ветки, и мы друзья детства. И у нас в отношениях остались те юношеские, детские. Мы постоянно спорим, друг другу подножки делаем, за счет этого, да, бьем друг друга, и за счет этого как бы любим и уважаем. И те юношеские наши отношения, они сохранились до сих пор. И в этом я считаю, что это преимущество для, с позиции традиции, традиции инструмента. Потому что мы с Николаем, это мой первый преподаватель по балалайке, да, и мы росли в традиции, то есть мы там какие-то навыки Николай мне передал, потом другие участники в ветке тоже навыки передавали, потом Николай ушел в армию, и его место кто-то должен был заместить. И изучая инструмент, я шел параллельным путем, вне зависимости от Николая, но мы в конечной точке, спустя много лет, мы встретились, и мы поняли, что у нас абсолютно одинаковое понимание традиции, абсолютно понимание, тоже одинаковое восприятие, и мы пришли к выводу, что традиция жила и живет, и в нашем лице она продолжается без прерыва. То есть мы передаем информацию, которую получили не в музыкальных школах, не в музыкальных учебных заведениях, а в деревнях при экспедиционной работе. Моей практикой было то, что меня, условно, старшие наши преподаватели сдавали в деревне какому-то народному исполнителю, и мы там с ним сутками играли. То есть мы игры исполняли на музыкальном инструменте, наигрыше, плюс я им помогал по работе. Вот. И встретившись окончательно уже года три назад, мы, наверное, года полтора репетировали либо дома, либо на даче, и зрели к тому, чтобы привлечь наших друзей, товарищей для того, чтобы создать клуб. В итоге наш клуб уже существует уже второй год, которым, ну, за год, но около 100 человек вот так вот прошло, если не больше. И постоянный костяк наш, человек 20, который регулярно присутствует на наших мероприятиях, и мы со всеми делимся секретами, никого ничего не утаиваем. Всех приглашаем, кому интересно. Клуб традиционной игры на балалайке. Ищите нас в социальных сетях. В социальных сетях ищите КТИ «Балалайка», клуб традиционной игры «Балалайка», и там адрес, и мы сейчас на Курской территориально находимся. А? Напротив, через 500 метров. Не найдете самостоятельно, мы в подвале. Не знаете. Вот, история... Давай. Да, и здесь добавлю еще, что занятия бесплатные. Да, то есть мы, ну, здесь у нас нет коммерческих интересов в этой деятельности. Мы, что называется, для души эти занятия проводим. Поэтому еще раз, кому интересно, приходите. Пока что, по крайней мере, да. На личных инструментах. Это все на личных инструментах, но мы подскажем, где, скажем, по лояльной цене можно... Ну, либо на прокат на какое-то время дадим. В зависимости от ваших интересов. Есть балалайки там, ну, с хорошими. У нас не учебное заведение, у нас клуб. А клуб – это кто чай попить, а кто на балалайке поиграть. Но когда у нас на балалайках играют, у нас работают, у нас не прохлаждаются. Теперь про историю балалайки. Есть распространенное мнение, что балалайка пришла из Средней Азии, это иранская группа каких-то музыкальных инструментах, каких называть не буду. Хочу параллельную версию изложить вслух. Это наши личные выводы на основе того, как балалайка распространена, где она встречается, какие наигрыши распространены и на какой территории. И не буду глубоко удаляться в полемику, скажу только единственное, что именно балалайка, точнее тот инструмент, который был на территории России, который долгое время никак не назывался, там в силу политических обстоятельств, гонения церкви на этот инструмент, в силу того, что он в разных регионах назывался по-разному, и в силу того, что сама балалайка названа не от существительного, как термин, как явление, а от глагола, от того, что на нем делали. Вот. И то есть что делали? Праздно время, проводили время праздно. Раньше трудолюбие это было в почете, те, кто проводили время праздно, это был асоциальный элемент. И соответственно, на нем балагурили, балаболили, балакали, били баклуши, и все однокоренные слова, связанные со словом «бала-бала», из этого и произошло наименование «балалайка», то есть на данном инструменте делали что-то, то, что в обществе не приветствовалось.
В средние века вы все знаете, что на балалайку, гусли и другие гудебные сосуды, которые там термин встречается в летописях, было гонение, потому что с помощью подобных инструментов очень сильно высмеивали местную власть, церковную власть, и благодаря этому инструмент впал не в милость, но при этом во всем он был, народ его очень сильно полюбил. Распространение балалайки – это трехструнный инструмент с удлиненным грифом в виде лопаты. То есть лопата – это самая простая форма, которая исторически была сформирована опять-таки в народе. И вот эта лопата с тремя струнами, которые сначала были жильные, потом были серебряные, потом бронзовые, по мере формирования технологии инструмент совершенствовался. Сначала лады были поперечные, жильные, потом научились вставлять металл, а в итоге там в конце концов стало с стальными вставками, с металлическими, с латунными механизмами. То есть инструмент эволюционировал в народе, и при этом при всем власть или представители власти, ювелиры или мастера музыкальные, они этому никак не способствовали. Распространение балалайки, можно со всей уверенностью сказать, что он встречается и в прибалтийских республиках, ну, в современных прибалтийских республиках, и он дошел до Аляски и дошел до Калифорнии. Это период был заселение континента, и как раз шли военные с специалистами, которые там, можно по-современному сказать, как это, с обеспечением, в том числе и с музыкантами. И музыканты несли с собой любимые инструменты. В связи с этим и на Аляске, то есть на другом континенте, и на Калифорнии этот инструмент встречается. На сегодняшний момент, про Калифорнию еще раз проговорю, в тех краях встречается музыкальный инструмент трехструнный, настраивается он на мажорное трестучие, делается из двух запчастей, это квадратный коробок, и гриф с тремя струнами называется гитарбокс. По факту это и есть балалайка. Можете сейчас в интернете это посмотреть. На американском континенте он набирает с каждым годом оборот. Есть еще мнение, что на Аляске балалайка является национальным инструментом. И есть мнение, что в 40-х годах президентом Рузвельтом был подписан запрет на балалайку, потому что это был элемент пропаганды коммунизма. Боролись с коммунизмом, закон подписали. Каждые 10 лет этот закон продлевали. Люди поделились пополам, кто-то за эту теорию, кто-то против, но для нас она очень приятная, потому что это есть предмет для обсуждения. Вот. Советский Союз запрет балалайки, они сделали запрет на техасские шляпы. Этот документ можно встретить у нас. Вот. И запрет законов Соединенных Штатов о запрете промышленного производства балалайки на территории штатов не распространяется на штат Аляску, потому что это национальный инструмент. Более того, у местных племен балалайка в память о своих богах, там шаманизм идет, чуть ли не в Библию не вписан. Здесь это отдельная исследовательская работа, может быть, потому что балалайка ассоциируется с их религиозной составляющей. Это к тому интересно, можете изучать, потом поделитесь с нами информацией. Вот. И, соответственно, весь Дальний Восток, вся Сибирь, вся центральная часть России, это все балалайка распространена везде. Наверняка вы знаете, что вот такую форму треугольника она приобрела в конце 19 века благодаря музыканту Андрееву. Он сделал окончательную форму треугольную, и там были круглые формы лопаты, продолговатые, округлые, там каких только форм не было. Самое главное, что их объединяло, это форма строев. На наше время на балалайке встречались 8 видов музыкальных строев, которые назывались в разных регионах по-разному. Самый распространенный из них – это балалаечный строй. Его еще называют академическим строем. Это строй мимиля. То этот строй вошел в систему музыкального образования всех музыкальных учреждений. Второй строй, он называется гитарный. Его еще называют народный, крестьянский, деревенский. Как только его не называют. Происхождение названия идет от семиструнной гитары, потому что первых три струны на семиструнной гитаре, а семиструнная гитара называется русской гитарой. И первых три струны на балалайке настраиваются одинаково. От этого название строя гитарный. Хоть гитара – это поздний инструмент, но
чуть-чуть немножечко как бы отвлекусь назад, что балалайка очень долго никак не называлась. Они назывались гудебные сосуды, с которыми боролись. Вот. И мы как раз с Николаем встречали гитарный строй больше всего, потому что этот строй, по нашему мнению, он более архаичен, хотя их нельзя разделять, что этот старше, этот младше. Очень много наигрышей на гитарном строе встречаются, дошли до наших дней. И настолько архаичные наигрыши, что сомнения, что этот строй очень древний, нету никаких. Есть что еще сказать про балалайку? Не, основное сказал, мне кажется. Балалайка – это чисто русское явление. Концентрация ее была на северо-западе. На территориях, где промышленность была развита, это Псков-Новгород. Это можно поставить вот эту точку, и по мере отдаления от этого региона балалайка становилась менее распространенным инструментом, потому что технологии в исторические времена на юге России их было меньше, потому что было меньше потребностей в жизнедеятельности человека. А на севере технологии это была основополагающая жизнедеятельность, поэтому там балалайка была развита. Балалайка была дорогим инструментом, так же, как и гармонь. И, уничтожив инструмент, это был удар по семье. Вот. Первое упоминание балалайки, документально первое в Москве, было это жалоба купца, какого-то купца, градоначальнику, на аморальное поведение двух братьев, которые напились, на телеге ехали через Спасские ворота и бронили, стражи бронили матом. И мало того, что они бронили, они даже на балалайке играли. То есть, насколько это было кощунственно играть на балалайке публично в исторические времена. Это упоминание 1668 год, по-моему, это 17 век. Но к этому периоду балалайка была распространена на территории всей страны, на территории всей империи. В связи с этим мы делаем вывод, что балалайка – это не инструмент 17 века, а гораздо более ранний. И еще один момент. Как вы думаете, это уже вопрос в аудиторию, как вы думаете, кто прародитель балалайки? Может кто-нибудь сказать смелее? В плане инструмента. Кто? Домра. Еще какие версии? Ну, псалтири вы имеете в виду как гусли, да? Гуслевидного. Так, ну давайте я с псалтири гусли там сформулируем. Так, ну для... Гусли. Так еще. Грузин такой. Грузин, подобный инструмент. Фандырь. Китайские инструменты, допустим. Киргизский комус, тяньшаня, да. Смотрите, наше мнение, высказываю частное мнение. Про дедушка балалайки – это гудок. Это струнный скрипичный инструмент, который... историю которого никто под сомнение не ставит. И гудок, а не гусли, и не домра, и не какие-то другие инструменты, он исторически разделился на два инструмента. С применением техники смычка, извлечения звука через смычок, и извлечением звука через удар по струнам. Потому что кто изучал конкретно гудок, там эта техника смешивается. Частично бьют по струнам, частично извлекают звук из смычка. И если брать исторический гудок, то там ногти подставляются под первую струну, и как раз гудок настроен ми-ми-ля. Точнее, там такой же диапазон, не при, без привязки к конкретным нотам. И в дальнейшем начали, или параллельно был инструмент по подобию гусель. Гусли тоже были, имели влияние на балалайку. Там как раз были мажорные трезвучия. И как раз, но он не являлся прадедушкой балалайки, гусль. Это именно гудок разделился на две части. Одна часть это пошла скрипичная, а вторая часть именно балалайшная. Это наше частное мнение. Мне кажется, что оно имеет место быть. Вот. Лайк? Балалайк? Вот, сейчас мы переходим уже к практической передаче информации. Из-за того опыта, который у нас накопился,
30 лет мы играем на балалайке, каждый из нас. И хоть мы и потерялись по жизни, но инструмент мы не оставляли. И когда вот несколько лет назад мы встретились назад, мы начали думать над методическим материалом, как передавать информацию. Сейчас как раз Николай возьмет техническую часть, как мы квалифицировали, как мы это видим и в каком виде мы готовы это передавать. Макс, спасибо, что мне оставил тоже что-то сказать. Но я добавлю еще немножко вот к первой части, когда Макс рассказывал про наш клуб, ну и о том, что мы сейчас дальше будем показывать и рассказывать. Нам повезло. С Максом очень сильно повезло, но, видимо, это из истории, из той темы, когда везет тому, кто везет. Мы очень влюбились в балалайку, и так получилось, что Максим сейчас упомянул, что у него было очень глубокое погружение в балалайку, когда он поехал в экспедицию в Белгородскую область, и там примерно на неделю его оставили с дедом, который оказался классным балалайшником, и они там неделю работали, играли на балалайке, ну и... И это было в том числе. Ну вот, мне тоже в этом смысле очень повезло. Значит, во-первых, у меня бабушка, Царство Небесное, играла на балалайке. Вот это ее балалайка. Балалайка 56-го года. Вот, и мы сегодня сыграем наигрыш, которому она меня научила. Это с одной стороны. И с другой стороны, я попал в одну очень крутую экспедицию. Случайно мы поехали в экспедицию, и оказалось, что записи и наигрыши, и стиль игры, который мы там поймали, записывали, но мы его не слышали нигде. Вот, и мы сейчас об этом будем рассказывать. Значит, мы сперва играли сами, стали смотреть, что, как мы делаем, что мы играем. И когда организовали клуб, стали смотреть, думать, как нам показывать, рассказывать, какую методологию давать ребятам, которые к нам приходят, людям, которые к нам приходят. И сейчас я начну рисовать, показывать. Мы выделили 4 уровня игры на балалайке или 4 категории игры на балалайке, которые сейчас будем показывать. Значит, эти 4 уровня, они похожи на пирамиду Маслоу. То есть без освоения одного уровня невозможно оказаться на другом уровне. Сейчас объясним, почему. Так, наверное, пониже. Так вот. Значит, 4 уровня игры у нас разделяются по уровням владения левой рукой и правой рукой. У нас в игре участвуют 2 руки. Левая рука и правая рука. Первый уровень игры – это когда музыкант, балалайшник, знает базовый аккорд наигрыша и, скажем, 2-3 каких-то разновидности игры этого наигрыша. Правой рукой балалайшник играет простые там 4 вида боя. Там, например, это удар сверху по всем струнам, это удар сверху вниз. И, например, умеет еще выделять первую долю и вторую долю. Да, мы, конечно, по каждому уровню будем показывать. И обрати внимание, как меняется наигрыш. То есть мы точно сыграем во всех 4 уровнях барыню, но и другие наигрыши там по времени, как мы будем идти, и по настроению. Ну вот первый уровень, например, барыня, у нее базовая игра – это 2 аккорда. Открытый аккорд и аккорд, Макс, покажи, пожалуйста. Когда зажимаются нижняя и средняя струна. Ну вот сейчас мы начнем играть. Ну вот барыня. Вот Максим показывает самый вообще простой уровень сейчас. У него левая рука зажимает 1 аккорд, либо не зажимает вообще никакого аккорда. И правая рука одним пальцем равномерно как-то вот играет по струнам, иногда выделяя какую-то долю или не выделяя какую-то долю.
вот сейчас добавляет он еще один аккорд, эту вот верхнюю часть. Вот еще появились аккорды. Вот. Надо сказать, что первый уровень игры, но я не могу, не хочу сейчас обижать дедов. Да? Поэтому я не могу сказать, что кто-то из дедов, мы видели, что они играют. Ну, или так скажем, бывают записи, где может играть какой-то исполнитель, но мы связываем это с тем, что просто руки, что называется, помнят. Там что-то, может быть, забываешь, но руки помнят. Вот. Но, тем не менее, тоже надо разыграться, поэтому, может быть, те записи, которые есть такого уровня, это просто потому, что давно не играли. А так, в основном, конечно, первый уровень игры – это вот какие-то начинающие балалайшники, которые увлеклись, занялись и вот пробуют что-то играть. Ну, может быть, давай русского еще, да, покажем. Русского очень похож на барню. У него очень другая ударная доля. Вот. Но игра на тех же аккордах и тот же квадрат, 8 ударов. Значит, сложно погнал, по-моему. Ну, а сложная вещь такая. Нам тяжеловато, честно говоря, играть. Перейти в первый уровень игры, когда ты уже разные такие вещи делаешь. Вот. И покажем еще, мы сейчас, наверное, вместе уже так дуэтом, это подгорную и, может быть, цыганочку и цыганочку. Покажем псковскую версию. Ну, давай вместе тогда уже. Первую категорию, да? Да, все еще первую категорию показываем. Ой. Горн такая. Вот. И цыганочка. Тоже на первом. Тоже на первом уровне. Давайте попробуем. Сложно Максу удержаться, сложно. Классно играет. Вот. Вот такое выделение, оно, конечно же, достаточно условно. Между первым и вторым. Я сейчас проговорю, в чем разница. Вот. Но иногда. Сейчас дальше скажу. Ну, в общем, еще раз, первый уровень такой, начальный уровень, где играется приятно достаточно все равно, да. Там, наигрыши красивые, и они, конечно, все равно звучат. Но. Как можно еще идентифицировать первый уровень? Это можно по двум вещам еще увидеть. Первая вещь – рыхлая правая рука. То есть удар может быть не сфокусированный, размягченный, размытый. Темп и ритм такой вяленький. Знаете, еще бывает такая тема. Вот люди играют на гитаре,
И вот, ну, там же такие вот, как-то вот так вот играешь, так пальчики возьмешь красиво. Вот, и ритмика такая какая-то тут, ну, у людей. Вот, либо левая рука, то есть правая рука, может быть, что-то делает, но левая рука совсем, то есть человек, может быть, правой рукой играет нормально, но находится левой рукой еще как бы там. Да. И второй уровень. На втором уровне начинается, второй, точнее, уровень, это вот начинается до того, что, ну вот я лично, например, больше всего люблю в балалайке, начинается ритм, начинается энергия, начинается эмоция. Чем это обеспечится? Обеспечится двумя вещами. Первое, левая рука начинает что-то добавлять с точки зрения интересности в игре, но самое главное, ну вот на мой взгляд, да, и для меня, например, лично, это то, что правая рука начинает давать, ну что называется, драйв, энергию, эмоцию в музыку, когда появляется большое количество разных видов боя, начинает включаться, игра начинает, играет не только один палец, а может играться всей пятерней. Да, ритмы становятся более сложные, и музыка становится энергетически как бы очень интересная, очень крутая. Давайте будем показывать. Так, ну еще раз начнем с барыни. Вот, или давай тогда, может быть, я это начну, а ты так как подхватишь, да? Так, ну барыни все помним, да, первый уровень. Первый уровень. И второй сразу. Такая она становится, да, сразу гораздо более интересная, более энергичная. Русского? Да? Давай подборного еще. Давай, начинай. Ну вот тоже начало, первый уровень. Но появились новые аккорды интересные. Бой стал гораздо интересней. Много пальцев в правой руке добавилось. Звук стал насыщенней. Крепкая, хорошая игра, которую приятно слушать, под которую можно петь, танцевать. Круто.
круто. Вот. Да, F2 уровень. То ли еще будет. Ой-ой-ой. Вот. И вот здесь сейчас уместно сказать о том, что на наш взгляд, да, опять же, наш такой субъективный взгляд, субъективное мнение, и оно основано на том, что мы слышали и видели в экспедициях, либо в записях наших друзей. Те, кого записывали, народные музыканты, удар правой рукой по балалайке бескомпромиссный, четкий, местами мощный. Давай. Это просто противопоставление сразу академической игре. Академисты очень аккуратненькие, очень такие пунктуальные, как настоящие музыканты. Да. В микрофон, что было. Здесь специфика жизнедеятельности деревенского человека. Труд в деревне очень тяжелый, а техника игры позволяет быть виртуозом. То есть представьте себе, что вы там целый день кололи дрова, разгружали, перетаскивали, какие-то тяжелые работы делали, а вечером вы сидите, играете на балалайке, причем довольно-таки виртуозно. Традиция, она позволяет. Я сомневаюсь, что у профессионального музыканта это возможно совмещать. Это в первую очередь зависит от самой техники, непосредственно техники звукоизвлечения. Сейчас продемонстрируем. Играем тут того же самого русского. Сейчас Максим, может быть, немножко утрирован, но суть она такая, что удар, наверное, видели эти фильмы, да, говорят, там раньше люди были, да, вот о тех, знаете, которые мы видели, тех дедов, которых мы там видели, вот такие вот пальцы там, я не знаю, вот такое, вот это там, вот там такие, это, прям, и даже бабушка, которая смотришь записи, там, ну, как бы тоже у них все хорошо с категоричностью удара, да, с звукоизвлечения, вот, значит, это второй уровень. Когда еще раз, значит, появляется четкий, хороший ритм и появляется какая-то разноплановость в игре. Значит, и третий уровень игры. Да, третий уровень игры – это когда балалайшник, музыкант начинает выделять какую-либо струну. Когда он начинает играть не только по всем струнам, но когда он начинает каким-либо образом разнообразным выделять струны по отдельности. Давай покажем. Так, ну вот опять же еще раз лейтмотив у нас сегодня барыня, наверное, пойдет, поэтому стартуем на барыне. Ну и тоже там покажу, начнем. Макс, пойдем. Я схематично изобразил. Так, ты мою эту пирамиду куда-то убрал. Куда ты его брал? Это ну, ладно. Русского, сейчас разберемся. Так, ну давай, барыню. Ну то же самое. Первый, барыню давай сперва. Первый, второй и переходим на третий. Один раз первый, один раз второй и сразу на третий. Сейчас, прямо сейчас объясню. Это барыня русского, подгорная цыганочка. Четыре базовых наигрыша. Это длина музыкального квадрата. 8 ударов, длина музыкального квадрата 16 ударов. А это категории сложности. Первая, вторая, третья, четвертая, о которых у нас сейчас с вами идет речь. Ну, то есть речь о чем? Вот, если первую, хочешь... вторую проговорили, третью переходим. Тогда вот так вот надо добавить о том, что как бы эти все наигрыши можно поставить крестик, что это можно играть. Ну, то есть да. Плюсик. Вот. И мы это дальше потом покажем еще. Есть отдельная категория наигрышей, которые называются под раку. Они у нас чуть особняком стоят, и мы их чуть позже покажем, да, и объясним почему. Так, ну барыня. Барыня. Третий уровень с первого, первый. Второй коротенько и третий. Ну вот опять. Понемножку второй уровень. Мне тоже хочется. А вот это уже третий. Угу.
Вот такой стала барыня, да, когда появилась... Право появилось. Да, когда появилось выделение по струне, барыня стала другой музыкально, да, более насыщенной, более интересной и намного-намного более вариативной, учитывая, что можно где-то громче играть, где-то тише, где-то всей рукой, где-то одним пальцем, по одной струне, по двум струнам, акцент выделять на толстую струну, на тонкую или там на высокую, да, которая самый высокий звук дает. В общем, музыка стала другой. Вот, это третий уровень. Подгорная цыганочка. Давай еще подгорную цыганочку сыграем. Давай. Так, ну сейчас покажем подгорную. Ну давайте сразу мы по-нормальному, да, начнем играть, мы уже тут, ну, плюс-минус все уловили идею. Спасибо большое. И сейчас вот так повезло нам в Пскове записать цыганочку, псковская такая версия, она чуть-чуть по-другому играется, чем классическая цыганочка, и она записана целиком вот в третьем уровне, когда там дед, и это было откровение абсолютно, то есть я до этого не слышал такого, обычно вот такая игра прямая по всем струнам, а тут дед играет и... Какие-то звуки получаются, которые, ну, вообще, как бы, ну, непонятные, как это делается вообще. А потом, когда, ну, и было страшно, как это освоить вообще, что вот, ну, у нас образования нет с Максимом. Мы, нас, вот, ну, меня учила бабушка и деды, Максима учил дед тоже. И как это без нот понимать, как это, ну, люди будут рассказывать, ну,
тяжело. Вот. И вот сейчас будет цыганочка, очень крутая штука, которую мы очень любим. Сделаем небольшой как бы, момент. Коля начнет, сделает копию того, что мы услышали. А когда присоединюсь я, мы сыграем уже цыганочку, которая распространена в средней части России и на юге России. И ты там уже подключи большой палец. Потому что там есть один момент, когда там где-то играет так специфично, что если играть ее как везде распространенно, там будет диссонанс. Ну, то есть там, условно говоря, один аккорд играется, но неправильно. То есть, ну, он не, вот это понимаю, как бы, ну, не в аккордовый, вот этой вот, там, какое-нибудь трезвучие, да, вот, ну, то есть, не эта история, да, неправильно играет. А это мы в конце можем... Потом можем, потом покажем, да, и, ну, может быть, и видите. Спасибо большое. Здесь мы вас немножко ввели в заблуждение. На самом деле не один аккорд здесь играется немножко специфически, а два аккорда. Это первый аккорд, Макс, покажи, просто когда вот когда он открывается, когда вот верхний палец. Не-не-не. Так, ну давай, ты будешь комментировать, я покажу. Вот первый аккорд, вот он стандартно в цыганочке играется вот так. Ну там с добавлением каких-то вот. А в версии, которую мы записали, он играется на два удара, открывается верхняя струна. Этого нету в классической. Это первый момент. И второй момент, потом второй аккорд идет вот этот вот, ну, с какими-то вариациями. И третий аккорд играется вот в этой версии, должен играться по классической, скажем, схеме. Вот так. А играется вот так. Получается другое звучание, да, минорное или мажорное. И здесь еще одна вещь характерная вот конкретно для вот этого деда, этого момента, который мы записывали. Это при том, что звучат все струны, но идет таким, ну, как бы, ну, не знаю, бурдоном или таким вот акцентом. Верхняя струна толстая. То, что не свойственно, вот, ну, не слышали мы его других записей. Ну, покажу. На третью струну обратите внимание. Ну, вот это вот высочайший третий уровень. Вот. Так, ну и по третьему уровню сейчас еще, Макс, наверное, ты по ритмам, да, то, что мы хотели. Скажу, да. Да, давай-то тебе слово. Вот, мы плавно переходим к тому, что когда все начинают играть на традиционной балалайке, все думают, что они играют на балалайке. А мы всем своим участникам, последователям говорим, что вы играете на барабане.
Почему? Потому что отношение к ритму именно в балалайке оно должно быть невероятно ответственное, потому что балалайка – это короткий удар, у вас звук идет только здесь и сейчас, и как в альтернативных музыкальных инструментах у вас нет возможности его растянуть вперед или сделать чуть-чуть раньше. Вы как ударили, так ударили, по подобию барабана. Все альтернативные, там, другие музыкальные инструменты у вас всегда есть на доли секунды, на 0,01 секунды, чтобы у вас ритм сместить вперед или назад. В балалайке такого нету. Поэтому отношение к ритму в балалайке, оно невероятно чувствительное, невероятно требовательно. И в связи с этим мы начали анализировать, когда всех обучаем, какие ритмы вообще в природе существуют. Вот. Например, там в академической игре на балалайке или на других музыкальных инструментах к ритму в правой руке не уделяют внимания вообще. У нас у базовых только 32. И вариации из них, которые можно сформулировать до бесконечного количества, можно там выдавать любые цифры, там 74, там 128, 164, то, что мы так приблизительно на глазок прикидывали, количество ритмов бесконечно. Все зависит от конкретного человека. Традиция игры на балалайке, она уникальна тем, что по манере исполнения можно узнать любого балалайшника. У вас нас миллион человек будет играть, как у нас голос индивидуальный, как у нас фразеологические обороты индивидуальные, так у нас и моторика в балалайке будет тоже индивидуально. У меня был такой эпизод год или полтора года назад. Мы заспорили с каким-то выпускником, по-моему, Гнесинки, если не Питерской консерватории, не буду врать, ну, выпускником, профессионалом, так скажем. И мне присылают запись со словами: «На, поучись, как правильно играть надо». А там в этой записи идет системная ошибка, которую делают только я и больше никто. Потому что я, когда учился, я нечаянно ошибся, потом это запомнил, эта системная ошибка вошла в мой как бы технический арсенал. И больше никто этот арсенал повторить не может. И по своей ошибке я себя же и узнал. О чем я сказал, что, извини, товарищ, это моя игра, это я играю, аккомпанирую в экспедиции для какого-то народного исполнителя, чтобы тот спел, сплясал. Вот. И такой вот эпизод тоже был. То есть по индивидуальности, по игре мы можем каждый себя узнавать и, соответственно, своего друга, товарища. Скажи, что не только по ошибкам. И не только по ошибкам, это по особенности манеры, да, совершенно верно. И вторая особенность. У нас с самого первого дня мы говорим, что человек обязан начать импровизировать. Мы даем рамки традиционного исполнительства, и в рамках этой традиции человек обязан начинать импровизировать, потому что традиционное исполнение, оно основано на импровизации. Мы постоянно приводим в пример, там, например, мировые джазовые школы, потому что до какого-то уровня это возможно научиться в музыкальных учебных заведениях, а для того, чтобы брать какую-то индивидуальность, люди приходят к мастеру, и вокруг этого мастера находятся чуть ли не круглосуточно, перенимая у него, как он садится, как он смотрит, как он ест, как он поет, что он слушает, что не слушает. И тем самым в джазовых школах, там на мировых, проходит передача информации. Этот же принцип, он в народе, на балалайшном примере, он тоже был. Человек находился там начинающего около виртуоза, и он смотрел невольно, как он все делает, тем самым перенимал мастерство. Но здесь вот есть люди, которые к нам еще не ходят на балалайку играть, да, но вдруг заинтересуются и понравится. Балалайка – простой инструмент. При всем при том, что мы еще рассказываем, показываем, все как бы, все просто, с одной стороны. С другой стороны, как и в любом деле, в любом виде деятельности человека, всегда есть место изощренности, развитости, интересности и так далее. Поэтому то, о чем говорит Максим, конечно, то есть мы стараемся сразу учить. То есть мы даем базу и рассказываем, что как можно делать. Да, как раз сейчас возвращаемся к ритмам, что через балалайку мы для себя открыли разнообразие ритмов и в других жанрах, так можно сказать. Это песенное, это там инструментальное, касаемо и гусли, и гармонии, это сочетание голоса с инструментом и так далее. Сейчас нарисую, точнее, один график простейший, как ритмы можно выражать там в графиках. Это длина музыкального квадрата, которая либо длина куплета, которая есть в каждой песне, в каждом музыкальном наигрыше.
И мы ее, допустим, по примеру барыни, мы ее делим на 4 части. 4 аккорда. 4 аккорда. Если это барыня, 2 удара здесь, 2 здесь, 2 здесь, 2 здесь. Если мы берем, например, подгорную, мы также делим это все ритмически. Потому что подгорная на ту же самую длину музыкального квадрата количество ударов в 2 раза больше. И это не означает, что нужно чистить в 2 раза быстрее ее бить. Это говорит о том, что в 2 раза больше количество одного и того же интервала. Вот. Это, если переводить это на ноты, то это уже там восьмушки идут, одна восьмая доля. Вот. По этому же принципу, я сейчас выделю вот эти вот большой части. По этому же принципу все песни, распространенные на территории России, не только России, по-другому скажу, там, где преимущество на славян, это потомки славянских племен, то, что люди, которые называют себя, не, тоже неправильно, русские, потому что русскими называют себя все, в том числе и татары, и Кавказ, когда речь идет о внешнем противостоянии. Но это присуще, вот подобная ритмика присуща на севере, на северо-западе, на центральной части России и север-юга России. Этот принцип формирования ритма любой песни, любого инструментального наигрыша именно такой. Если он не совпадает, он начинает дробиться еще чаще. Если это не вкладывается, он еще чаще начинает дробиться. Но принцип построения, он именно такой. И, например, если брать волны, то, например, если брать вот такую частоту. Вы понимаете, о чем я говорю, или только я один понимаю? Нет. Напиши мы длинную, это изобрази длину музыкального квадрата. Барыня. Это подгорная. Давай, барыня. Давай, барыня. Раз, два, три, четыре. Приблизительно понятно, да? Если мы играем, например, сыграй барыню с вариациями, какой-нибудь там третий уровень сразу. Вот что он играет. Понимаете? Вот сейчас вот это играет. Понимаете? Да. Частота ритма, она всегда идет, просто удваивается в 2 раза быстрее, в 2 раза быстрее, в 2 раза быстрее. И когда вы слышите разные интервалы в ритмах, то есть она в одном случае играется, а во втором пропускается. Из этого создается частота ритма и амплитуда ритма. Потому что если, допустим, мы возьмем вот эту вот амплитуду, она будет изображаться вот так вот. Почему, допустим, я рисую два графика? Потому что один может играть длинно, и точка пересечения всегда будет, а второй играет два раза быстрее. Если мы возьмем вот эту часть, то это еще два раза быстрее, и в какой-то точке все равно будет пересечение. Да. То есть, ты, видимо, говоришь здесь о том, что какие-то удары, когда ниже этой линии, могут пропускаться, какие-то громче. Об этом? Какие-то пропускаются, какие-то задействуются, частота какая-то присутствует, какая-то отсутствует, но принцип построения всех ритмов центральной и северо-западной части России, они все делятся либо на 2, либо на 4, просто учащаясь. Если вы слышите интервалы, эти интервалы пропускаются, как это музыкальная пауза или осознанный интервал. Просто есть другой пример. Например, возьмем Кавказ, Северо-Кавказские республики, Закавказье, вот этот регион. У них длина вот этого музыкального квадрата, она точно такая же. И точки пересечения вот в этих интервалах тоже есть. Но принцип построения мелодии того региона, он вот такой вот. По принципу ритма. То есть у нас, если как бы смешиваются две культуры, есть точки соприкосновения и есть точки, принципиально отличающие, что именно в этих ритмических рисунках наши субкультуры отличаются. И в этом как бы есть, ну, некая идентификационность конкретного региона. Простой пример.
все знают там, там тебе дибидам, тебе дибидам, тебе дибидам, все же знают. Тиби-диби-дам, пауза. А это является вот этой точкой. Тиби-диби-дам, тиби-диби-дам, тиби-диби-дам. Можно ли тиби-диби-дам наложить на этот квадрат? Можно, но он будет начинаться здесь, заканчиваться в середине, начинаться в середине, заканчиваться в конце. То есть по длине он с рисунками, которые распространены в центральной и северо-западной части России, не совпадет. Удалось объяснить? И по этому принципу ритмы и ритмика строится во всех музыкальных инструментах, во всех музыкальных наигрышах. Это такая тонкая настройка, по которой можно по исполнению того или иного исполнителя можно понять, где человек вырос, в какой субкультуре он рос. Это из этой же серии, какими фразеологическими оборотами человек пользуется и какой терминологией человек пользуется. Это как бы рассмотрение подобной ритмики именно из этой же серии. Это работа, ученая работа для специалистов. Так, но мы надеемся, что всем понятно, если непонятно, мы ответим на вопрос обязательно и разживем. Так, но я предлагаю сейчас двигаться дальше, потому что по времени уже так, ну, оно идет. И нам есть еще показать и сказать. Давай поехали дальше. Четвертый уровень. Давай сейчас расскажу про вот эту часть. Давай, две минуты. Лайк? Одну минуту. Вок. Okay. Резюмируя все, что вот здесь вот изображено, вот в этих графиках и ритмах, потому что здесь можно на эту тему только разговаривать несколько часов, но я не вижу отклика в ваших глазах, потому что это... Все есть, все нормально. Да. Давай. Ну, можно поговорить. Отдельно с тобой обязательно поговорим, просто чтобы не скучно не было. Вот. Принцип построения категории сложности удалось продемонстрировать. Мы с вами проговорили три категории сложности, и эти базовые наигрыши во всех этих категориях участвуют. Есть еще одна категория, которую мы выделили отдельно, это наигрыши под драку. Это отдельная субкультура, глобальный большущий пласт, который очень узко изучен, и он начал изучаться только тогда, когда в фольклор, в научную работу пришли люди, практикующие единоборство. Тогда это изучение этого пласта культуры, оно начало изучаться очень прогрессивно. И здесь есть наигрыши, так они и называются, под драку. Это отдельное направление, оно эмоционально как бы играется только в одном случае, когда драка готовится, либо драка происходит. Если применять это к музыкальным наигрышам, то не каждый наигрыш под драку нужно играть во всех категориях. То есть каждый наигрыш нужно играть только в своей. И в этом есть большая глубина, большая интрига, потому что внутри каждого из категорий сложности есть большой пласт вариаций, которые мы вам до этого демонстрировали. Так, и четвертый уровень. Мы плавно через второй, третий уровень и через демонстрацию особенностей, ритмических особенностей игры на балалайке, в том числе, переходим к четвертому уровню. Четвертый уровень уже, значит, его особенность такая, что звук извлекается двумя руками. Левой рукой и правой рукой. Когда мы на третьем уровне показали, что выделяется одна струна, на четвертом уровне эта струна добавляется еще дополнительный звук, который извлекается левой рукой. Не правой, а левой. Это как раз для вас комментарий специальный, что именно это влияние пришло из гусель или псалтерии. Именно этот элемент пришел из гусель. Частично из гудка, потому что в гудке это очень мало применялось, но в основном из гусель. Гусельная техника перекочевала в балалайку. Но гусли не являются прародителем балалайки. Мы на двух наиграх сейчас покажем. Это на барне, опять же, да, который сегодня так у нас лейтмотивом идет, и на одном псковском скобаре, который частично иногда играет под драку. Значит,
Значит, еще раз, четвертый уровень, когда вот такая штука происходит. Ну, давай начнем. Сейчас, барыни. Пока только четвертый, да? Спасибо большое. Ну, слышите, да? Другая вообще барыня. Если первую помните, там... Ну вот, первый уровень. Макс, давай сразу второй, прям по такую эволюцию. Эволюция барыни. Первый. Понемножку во второй переходит. Давай, третий пора. Третий пошел. Но уже сразу к четвертому близненько. Четвертый. И апогей. Пятый уровень. Не-не-не, ну там пятый. Пятый. Не, на самом деле был пятый уровень. Ладно. Макс его незапланированно исполнил, на самом деле. Ну, о нем отдельно сейчас расскажем. Ладно. Балалайка, как бы это, помимо того, что он как бы серьезно сложный инструмент, но на самом деле шутейный, то он должен быть шутейным. Реально такие есть записи, где деды вот так играют. Гуд. И скобарь, псковский скобарь, сейчас сыграем уникальную запись. Сейчас я сыграю, просто Федя пришел, я сейчас хочу в честь Феди сыграть. Мы не успеем. Успеем. Так, ну давайте, специально для Феди, что ли? Сейчас. Это вы кабарин, что вы хотите? Не-не-не.
Все, вспомнил. Да, это встретил в Курганской области, так играли женщины, когда убаюкивали младенцев. Играли именно таким способом, это не громко, это тихо, и под него тихонечко-тихонечко пели. Это подгорное, только в таком специфическом исполнении. Так, и скобарь. Так. Четвертому уровню тоже сейчас покажем, как он играет круто. Его дед играл вот в формате четвертом, но вот четвертого уровня, да, но он не по драку тогда. Вот. Максим уже говорил о том, что один и тот же наигрыш может играться для разных целей. Под частушки просто попеть, отдохнуть душой или, например, по драку. Тогда он становится, конечно, более боевитым, ритмичным, забойным. Да? Но вот мы сейчас четвертый уровень показываем, да, поэтому у нас такой будет он лирический. Название скажи. Так, легенький. Да, называется он легенький. Значит, на вопрос деду, почему он называется легенький, я сказал так: ну играть легко. А нет, петь легко. Петь легко. Ну, петь, потому что легко. Он под драку тоже играется, но по-другому чуть. То есть так же, но просто ритмика другая. И на четвертый уровень практически не выходит. То есть там такой вот идет драйв. Но можем и в четвертый уровень его перевести, ну, в смысле, и в подраку сейчас потом завести его. Другой сыграем. Ну ладно, лучше не будем. Барыни и немножко добавляя другие наигрыши, мы вам показали вот те уровни игры или категории игры, которые мы увидели, которые мы записали в разных уголках России, которые нам повезло освоить. Мы еще, наверное, покажем два наигрыша. Это по времени просто мы не успеем. Завидовка и Заряночка. Вроде мы хотели, или что мы еще добавим? Еще надо оставить время на вопросы, правильно? Сколько по времени? Полчасика хотя. Ох, ну ладно. Ну давайте, окей. Вот четыре уровня. И сейчас мы, ну чтобы, как сказать, мы сейчас хотим сыграть наши самые любимые. Я про себя скажу. Вообще любовь у меня к балалайке началась вот именно с того наигрыша, который мы сейчас сыграем. Но это сложно передать как бы словами чувства, которые это я испытал. Но, в общем, с тех пор я влюбился очень сильно в балалайку и, будучи юным человеком, по несколько часов проводил за игрой, освоением разных наигрышей, в том числе и этого наигрыша, называется он «Завидовка».
Да, название Завидовка происходит от населенного пункта, это граница Московско-Тверской области. Это регион исторически, когда постоянно переходило то в Московскую губернию, то в Тверскую губернию. Это постоянно спорный регион. И люди там выросли исторически такие, ну, можете себе представить, как в приграничной зоне растут характеры, какие очень суровые характеры. Вот в то соприкосновение, как в Московской и Тверской области, такие же суровые характеры выросли. И наигрыш распространен Московская, Тверская, Смоленская области. Это можно смело говорить, что это московский наигрыш, тверские его забирают к себе эмоционально. А если вы приедете в Смоленск, то кроме Завидовки вы ничего не увидите. Завидовка играется лирически, если это смешанный коллектив мужчины и женщины. Он играется и под танец, и в том числе он играется и под драку. Он этот наигрыш в том регионе под все случаи жизни. Он игрался только один, больше там ничего не встречалось, но на все случаи жизни. Если вы там захотите, там спойте мне Пугачеву, вам сыграют Завидовку, и под Завидовку споют Пугачеву. Ну и скажи, что Завидовка, к сожалению, нет. Самое уникальное то, что Завидовка перешла в руки, можно сказать, фольклористов или городских людей естественным образом. В 90-х годах записи Завидовки на балалайке не встречалось. Мы ее учили от народных исполнителей, и она естественным образом, как живой пример передачи традиции, живет до сих пор. Этот наигрыш сейчас знают, ну, из фольклорной среды абсолютно все, без исключения. Насколько он любим всеми. Записей на балалайке не существует. Еще такой момент, что этот регион, Московская Тверская область, граница, это историческая малая родина нашего президента. Можно сказать, что Завидовка – это президентский наигрыш. Завидочку сыграть, а то Завидочка, Завидочка.
ниточку, веселая завидочка, пока порвется ниточка. Спасибо большое. Надеюсь, наши слушатели тоже понравились. Что-то на вроде мы все, да, наверное, с такой свою программу основной показали. Давайте вопрос. Что еще? А, под драку хочешь? Что себе, блин, девчонки. Прекрасная половина, слабая половина просит. Под драку. Найди нам под драку. Вы заинтриговали нас, девчонки. Что будем? Ну давай. Олег, еще один полянчик. Мне кажется, Полянщина. Сейчас. Сейчас сыграем Полянщину. Она в, ну, в такой тусовке, так скажем, очень популярна. Очень красивая. Первый раз, когда слышишь, особенно она поражает. Вот. Особенность такая, что ее в разных местах называют по-разному. Полянщина, Сумецкая, Пожеревицкая, Псковский Нагреш, вот он оттуда. И такой вот очень он Псковско-Новгородский. Начинаем. Спасибо большое. Все хорошо с подракой? Стало хорошо. С позиции ритмов объясню один из принципов, который применяется в драке. Ну, помимо некой экспрессии, некой темпераментности, здесь в наигрышах под драку есть
такой элемент состязательности в ритме. Один человек сбивает, другой подстраивается или навязывает свой ритм. И то же самое происходит с исполнителем наигрыша и плясуном. Здесь есть выстраивание ритма, чтобы, как это в классической музыке принято, чтобы все движения и какие-то озвучки, огласовки были в такт. А в наигрышах по драку есть элементы, когда выходишь из ритма и опять входишь в него. И вот эти вот элементы постоянно состязательности между музыкантами, между музыкантом и плясуном, между музыкантом и исполнителем голоса, они постоянно присутствуют. И вот элемент был, мы не договариваясь с Колей, я его сбил, он сбился. Нет, я просто подумал, что мы пошли в Сумецкую. У нас такой еще момент есть, Полянщина, ну, как бы по-разному называют, и играть можно ну, вот здесь, а можно вот здесь, значит, по-другому звучит. Нет, точнее, ну, звучит так же, просто в других аккордах чуть. Ну все, наверное, давайте-то вопросы. Вопросы. Мы с удовольствием ответим. 15 минут осталось. Лайк, окей. До того, как Андреев начал популяризировать балалайку, балалайка была распространена по территории всей страны. Андреев – это тот человек, который из инструмента, которому относились негативно, сделал инструмент, которому начали относиться позитивно. Андреев, когда заказывал свою первую балалайку у скрипичного мастера, с него скрипичный мастер взял клятву, что он никогда в жизни не расскажет, кто сделал ему балалайку, потому что тогда мастер потеряет скрипичные заказы. Это исторический факт. И Андреев, как музыкант, он играл, учился у деревенского виртуоза в Псковской области, потому что Андреев житель Санкт-Петербурга и отдыхал, грубо говоря, на даче, если так можно образно выразиться, у бабушки в Псковской области. И благодаря именно географическому, как бы географической локации Андреева, он этот инструмент и популяризировал. И он же придумал домру. Он со своим товарищем, эта фамилия известна всем, нашли какой-то инструмент округлой формы и не знали, как его назвать, потому что он не похож на лопату, он был более округлый, и они его назвали домра. Если вы знаете, что домра, она круглой формы, трехструнная, с строем, мажорные три случаи, то есть это гитарный строй балалайки. Сама форма на самом деле не принципиальна. Принципиально строй и техника и манера исполнения на музыкальном инструменте. А Андреев сделал ну, некий маркетинговый ход, чтобы было большее количество наименований инструментов в оркестре. Он же сделал 4 категории балалайки, это прима, альт, бас, контрабас. Он же сделал домру трехструнную, его товарищ сделал домру четырехструнную. Это вы уже можете информацию получать в музыкальных школах, там, в институтах. Это тот академический базис, который распространен. То, о чем мы сегодня говорили, это наше наблюдение через призму техники и некая история с позиции технологии, а не с позиции как музыковедения. Вот. Это наши выводы. То, что мы встречали там, за этот период жизни, а не то, чему пытаются научить. Потому что еще один исторический факт, то, что в Советском Союзе у нас население боролись с самоидентификацией, чтобы у нас был человек советский, а не человек какой-то народности. И в связи с этим у нас были глобальные переселения с Владивосток в Калининград, Калининград на Кавказ, Кавказ на Петрозаводск. И культуры смешивались, и культуры с этим же и теряли. Вот, потому что не могли делать там обрядовые вещи как-то коллективно всем селом, там свадьбы, похороны, дни рождения и так далее. Вот. И, соответственно, про Андреева вы можете информацию исчерпывающую взять. То, что он талантливый музыкант, стопроцентный факт. Огромное ему спасибо за популяризацию и смены отношений к балалайке. И благодаря же Андрееву, когда началось противостояние Первой мировой войны, началась пропаганда
не Первой мировой войны, это я преувеличивал, когда начался коммунизм распространяться на территории всей планеты, то борьба с коммунизмом была опять-таки через призму балалайки. Так, на тот период мощнейшая держава, там, Германия, она вваливала колоссальные капиталы для дискредитации не коммунизма, а для дискредитации все, что связано с коммунизмом. И до сих пор это эхо на нас с вами отражается. Очень многие из нас очень стесняются балалайку как явление, не хотят себя ассоциировать с таким как бы незатейливым, шутливым инструментом, хотя он, как инструмент, у него очень легкий вход, а развитие у него бесконечное. Этот инструмент, если на вторичном этапе, он гораздо сложнее, например, там, как его очень часто ассоциируют с укулеле. Он гораздо сложнее, чем укулеле. Гораздо сложнее, чем многие простые там, инструменты других народностей. Вот, Андреев, великий человек, огромное ему спасибо за треугольную балалайку. Да? А есть какие-то мелодии сезонные, то есть как сейчас в школе, летом, зимой, сезонные? Ну, не знаю, мы, кажется, мы таких не встречали. Все звучат везде хорошо, да? Я скажу. Ну, как правило, ну, я по-другому отвечу на этот вопрос. Балалайка – это деревянный инструмент, исторический и современный. И использовать ее в межсезонье, это весна-осень, она не играет, она не звучит по банальной причине, влажное дерево не звучит. И второй момент, если гусли можно с собой носить в дальние походы, то балалайку с этим сложно, она очень требовательна. И, как правило, в большинстве случаев балалайка – это инструмент оседлого человека. И, как правило, ее это звучание слышат или в доме, или недалеко от дома. А поле – это или замкнутое пространство, или там весна, лето, осень – не принципиально. Просто ее применение, оно сужается из-за ее требовательности к окружающей среде. Да-да. Держу все. Я думаю, сейчас ты пришел. Балалайка, вы сказали, что это название уже появилось позже. Я изначально вообще не так называлась. А балалайка – это само название или это извне ее называется? Балалайка – это название, это имя собственное. Но именем собственным оно стало не тогда, когда появился инструмент. И здесь я небольшой экскурс, ну, такую цитату проведу. 25 лет назад я был на лекции Поветкина Александра, забыл отчество, который в Великом Новгороде, Александр Владимирович, который в Великом Новгороде считается одним из главнейших, фундаментальнейших археологов Великого Новгорода. И он говорил своими словами, что он в слое XI века нашел фрагмент балалайки. Не гуслей, не гудка, а именно балалайки. Документального подтверждения я до сих пор не встретил, но это слова, которые я слышал сам лично. И моя на самом деле мечта – это доказать с научной точки зрения. Если брать, например, XI век, то технологии тогда позволяли балалайку сделать балалайкой. Но тогда этого термина 100% не было, потому что ни в одном упоминании слова «балалайки» не было. И по принципу, на самом деле здесь вопрос касается гораздо широкого спектра традиций. У нас очень много явлений в традиционной русской культуре, которые никак не назывались. И эти явления приобрели свои названия от глагола, от того, что человек что-то делает. Например, ну, здесь ребята, с кем мы общаемся, знают такое явление ломания, которое обнаружили только фольклористы в 80-х годах. До этого, когда начали ходить в экспедиции, там 30 лет после там, Второй мировой войны, они не замечали, думали, что это нечто непонятное. И 30 лет за этим наблюдая, пришли к выводу, что это отдельное явление. По этому же принципу название получило балалайка. Это нечто асоциальное. Мы это проговаривали. Третье явление, скажем так, система подготовки рукопашного боя, которая в России была лучше, чем на всей планете. Основа подготовки рукопашного боя в России, там, или русский рукопашный бой, как угодно называете, это тоже импровизация. Это не приемная блоковая система изучения материала, а это изучение принципа и применение принципа во всех ситуациях. То есть совершенно геометрально противоположная модель изучения. Скажем так, европейская модель изучения любого материала – это определение термина и расшифровка все, что связано с этим термином. Наше построение там, методики, оно идет как бы как у нас это принято.
мы описываем принцип и понуждаем людей, обучающихся, в этом принципе варьировать, импровизировать. И в связи с этим балалайка долго никак не называлась. А то, что в документах исторических, вы можете увидеть, это гудебные сосуды, которые там 5, 6, 7 струнных инструментов под одну гребенку начали называть. Естественно, первый инструмент – это гусли или псалтырь. В воспоминании, в библейском воспоминании царя Давида, это первый инструмент, который начали по образу и подобию делать, готовить, повторять и там, исполнять духовные стихи. С этого как бы все началось, это тоже факт. Да. Поветкин Владимир Иванович, Александр Поветкин, боксер. Вот, да. И Владимир Иванович, кто? Боксер. Да. Спасибо. Покажи. Демонстрировать не буду. Ломание – это определенная форма танца. Мужской. Нет. Нет, никакого слова боевой. Сейчас закончим. Просим вас подготовиться к вызову. Ломание. Ломали, да? Вот типично было. Ломание – это отдельный вид танца мужской субкультуры, которая, принцип которой – это противопоставление всему устоявшемуся. То есть, если в танце принято ходить в ритм, то ломание ходит вне ритма. Если, например, в песне принято, грубо говоря, начинать в начале музыкальный квадрат, заканчивать в конце, то в ломании начинается в середине, заканчивается в середине. И по этому принципу формируется отдельный пласт субкультуры, который называется ломание, камлание, плясать горбатого, ходить петухом. И, да, и подобные названия, которые встречаются на территории всей России, но у нее имеются разные названия. Ломание просто самое распространенное среди них. Дальше. Следующий семинар, такой как бы дискуссионный клуб. У нас раз в две недели проводятся занятия вот в нашем клубе на метро Курская. Вот, и там мы осваиваем все четыре уровня, наигрыш, те, которые знаем. Плюс мы сегодня не показывали, есть еще много песен красивых, лирических, которые романсы, которые поются под балалайку, очень красиво они звучат, и какие-то есть вещи, ну, такие более современные, там даже какие-то вальсы, вот, поэтому в таком вот регулярном режиме приглашаем приходить, и, да, раз в неделю на Курской у нас в 7, под Сосинский, но в интернете найдите. У нас есть в Инстаграме страничка, ВК, Фейсбук, везде вот можно посмотреть. А уровень людей, которые... Да, с нуля все вообще, то есть... О. Любви все возрасте и уровни покорны. Вальс. Двухструнные балалайки, не отвечу на этот вопрос, потому что внимания этому уделял, я не уделял, честно скажу. Я про них слышал. Но то, что они не встречаются на территории северо-запада, средней части России и северо-юга России, это точно. Этих инструментов в этой части не было. Допускаем, что это инструмент кочевный, который был на юге России, Сибири, где там Алтай, Калмыкия, это период монголо-татар, и это период и инструмент кочевых племен. И где кочевые племена были распространены, там и был распространен этот инструмент. И назывался он, не мог называться балалайка, но я допускаю, что у него какое-то еще дополнительное название, потому что такие подобные инструменты встречаются и в Китае, и такие же инструменты встречаются в Японии, двухструнные. Почему, допустим, определяю, что это не балалайка? Потому что добавить или убавить одну струну – это целая концепция, это музыкальный строй, это репертуар, который просто так что-то добавить или убавить невозможно. Если, например, встречаться там, кто-то порвал струну и играет на двух, это как бы мастерство человека, но это не концепция.
Про Казахстан могу сказать. Они национальный инструмент начали развивать в начале 80-х годов, когда советские ученые нашли пещеру, и на пещере нашли цветные петроглифы, датируемые там до нашей эры. И после этого в Казахстане начал культивироваться их национальный музыкальный инструмент. Это тоже исторический факт. А шестиструнные? Шестиструнные – это дублирование первых трех струн. Это для того... Это, ну, скажем так, не имеет большого значения, потому что 4, 5, 6 струны – это дублирование струн. Это когда человек играет не виртуозно, но ему нужно играть громко. Как правило, это инструмент для уличного применения. Вот. Давающий звук. Да, он просто в два раза больше струн, как будто две балалайки играют в унисон. Да, это больше такой как бы унитарный функционал. Это для удобства, чтобы на улице его было слышно. Еще хочу сказать, был вопрос, наша следующая встреча клуба «Русло» будет 17 декабря во вторник с Михаилом Горшковым. Этномузыка, этнокино, известный фольклорист, который очень много занимался изучением именно музыкальной традиции, курская вот музыка, курский ансамбль, там же была и скрипка, и жалейка, и балалайка, и кугиклы, и калюки, и там вообще уникальное явление. И он ездил по Тверской области, по рожкам там, и занимался еще глиной. Вот будет такая встреча, приходите в 7 часов. Да? Мы знакомы с Михаилом Михайловичем, всем рекомендуем, он очень крут, очень крутой. Вальс. Так, вальс немножко, да, давай. Давай. Этот вальс звучит в мультике «Жихарка», исполняемом Михаилом Горшковым. В самом-самом начале мультфильма. Кто не в курсе?